Ну что же, дорогие друзья, всем привет, с вами Паша, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же выйти из комнаты. На самом деле, дорогие друзья, из комнаты выйти достаточно сложно. И чтобы выйти из самой комнаты, нам нужно знать технику и правила. Значит, смотрите, как мы знаем, во всех комнатах стоит защита, а именно дверь. Но ее ведь надо открыть, ведь так? То есть, если мы не откроем дверь, мы не сможем выйти из комнаты. Но получается же так? Так. Ну и во всех дверях есть вот такая вот ручка с замком. Это сделано для того, чтобы любые посторонние люди не могли зайти в вашу комнату. Но чаще всего происходит так, что люди умеют открывать дверь и заходить в комнату и выходить из нее. Но в нашем случае мы не можем выйти пока что из комнаты, нам нужно знать правила и технику. Как выходить из комнаты? Значит, смотрите, вот видите вот эту ручку, да? Нам нужно сейчас ей воспользоваться, чтобы открыть дверь и выйти из комнаты. Значит, смотрите, как это работает. Мы берем вот руку, левую или правую, схватываем вот эту вот ручку. Ну не знаю, бывает у вас круглая вот такая вот, вы просто ее вот так вот берете. Схватывать. В моем случае она вот так вот просто схватывается, и потом мы поворачиваем либо вверх, либо вниз, вот таким вот образом. И после такой процедуры у нас открывается мелкий замочек, и мы можем потянуть ручку на себя. Ну или же в редких случаях от себя. Вот, смотрите, как это работает. И теперь мы можем выйти из комнаты, дорогие друзья. Смотрите. Я прямо сейчас вышел из комнаты. Нет, я могу вам еще раз показать, смотрите. Закрываем и снова повторяем такую же процедуру в точь-точь. Оп. И все, проходим. Все. Ну, дорогие друзья, я надеюсь, вам реально помог, потому что, смотрите, я стою, я могу открыть просто и выйти. Поэтому я надеюсь, вы разошлете это видео своим друзьям и поможете им, кто не может. Потому что я заметил, что данный вопрос актуален в наши дни. Как-то так, дорогие друзья, спасибо вам большое за просмотр. Дай бог вам здоровья, счастья и чтобы у вас было все хорошо. Поэтому всем пока-пока, друзья. До встречи. Пока.